Историческую речь.
Странным вам это кажется, будто здесь что-то не так. А между тем это так, я не оговорился. Мы стоим за красивую, изящную музыку. Музыка не мелодичная, музыка не эстетичная, музыка не гармоничная, музыка не изящная. Это бурмашина или музыка. Любим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, гармоничное, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Кроме того, товарищи, я должен вам сообщить, что в кавказских операх должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка. В кавказских операх лезгинка простой должна быть известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Кавказских операх лезгинка простой должна быть известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Кавказских операх лезгинка
популярной. Асса! Обязательно кавказской. Асса! Должна быть настоящей. Асса! Должна быть настоящей. Асса! Только настоящей. Асса! Да-да-да, настоящей. Вот подлинно научное выступление. Какой анализ, какая глубина. Слово имеет товарищ Тройкин. Престанно говорил, смотрите.
Идите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы корчёвы. Смотри туда, смотри сюда.